Команда Илона Шора продолжает модернизировать Аргеев. Очередной инфраструктурный проект в секторе Нордик был успешно завершен. Речь идет об улице Ионы Якира, которая после капитального ремонта стала не только более комфортной, но и безопасной. Были обустроены тротуары и нанесена дорожная разметка, благоустроены дополнительные парковки. Кроме того, улица была расширена в два раза, чтобы избавить этот район от пробок. Торжественное мероприятие стартовало с перерезания красной ленточки. 3, 2, 1. Аша! Аша! Почетный примар Илон Шор отметил, что инфраструктурные проекты, реализуемые в секторе Нордик, символизируют прогресс и являются лишь началом. Новая улица – это не просто асфальт и тротуары, это инвестиции в качество вашей жизни и ваше будущее. Мы стремимся не только делать хорошие дороги, но и создавать комфорт для вас. Мы организовали пространство, где люди будут встречаться, делиться своими эмоциями и впечатлениями. Это способствует солидарности в обществе. Так что давайте праздновать не только новую улицу, но и общий прогресс, подчеркнул Илон Шор в социальных сетях. Жители улицы Иона Якира поблагодарили команду Илона Шора за усилия по модернизации не только самой дороги, но и всего сектора Нордик, который преображается как по волшебству. С 69-го года мы здесь. Да? И по грязи лазили, сами делали тропинки, сами. А сейчас вот какая красота. Нормально. И у нас, как в Европе, даже еще красивее. Я была тоже сейчас в Греции была. Ну как, нормально тоже, но здесь у нас вообще прелесть делали. Очень рады, потому что сделали новую улицу, и давно не была ремонтирована. А сейчас, благодаря компании «Шор» и его команде, делается очень много. И мы очень довольны, и тротуары новые, и все это вот. Спасибо всем, кто имел к этому отношению. Все благодарны, все. И дети для детей вообще это очень хорошо, потому что имеют где кататься. И на велосипедах, и так бегают. Сейчас и вообще и тротуары, не надо прятаться от машин. Уже идем мы свободнее. Как заявил присутствовавший на торжественном открытии действующий примар муниципия Павел Вережану, все проекты, начатые в городе в 2015 году, как и было обещано, сохраняются и продолжаются, растут и усиливаются. И каждый год команда Илона Шора прилагаются максимальные усилия для улучшения жизни людей. Este un drum principal pentru toți locuitorii sectorului Nordic, fiindcă din toate curțile. Это главная дорога для всех жителей сектора Нордик, потому что по ней из всех дворов люди отправляются в школу, на работу, в церковь, которая здесь недалеко. Нам удалось сделать ее шире в два раза. Если раньше здесь могла проехать одна машина, то сейчас спокойно и безопасно разъедутся две. Также есть тротуары, вся необходимая дорожная инфраструктура. Протяженность всей этой дороги около 5 километров. Хочу отметить, что все деньги были выделены из бюджета примарии. Эта дорога районного значения, очень важная для этого сектора, потому что она соединяет и частный сектор, и многоквартирные дома. Мы уверены, что нам удался этот грандиозный проект, который значительно облегчит жизнь всем, кто проживает в секторе Нордик. Главный инженер Аргеевского жилищно-коммунального предприятия Никанор Пулбери поблагодарил рабочих за качественно выполненную работу, а жители Аргеева за терпение и понимание. Такой масштабный проект пришлось разделить на несколько сегментов, но в итоге все было сделано для максимального удобства граждан. Здесь были несколько деревьев, которые пришлось убрать, поскольку было необходимо расширить дорогу, а также сделать парковку, которую построили здесь же. Вообще сектор Нордик, где мы находимся сегодня, полностью подвергся реконструкции и реабилитации, начиная с Якира 46, 51, 53, 43 и так далее. Все дворы были отремонтированы, везде сделаны тротуары, установлены скамьи для отдыха, игровые площадки для детей, нанесена дорожная разметка и даже озеленение, посажены деревья, кустарники, чтобы улучшить условия жизни местных жителей. За последний год все дворы домов сектора Нордик были реконструированы и обустроены, появились детские площадки и отремонтирован ряд улиц.